Кілька хвилин тому майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. Це пов'язано з злетом Міга-31 у повітряному просторі Білорусі. Будь ласка, не нехтуйте безпекою. Ну, а оскільки у нас немає вибору, ми продовжуємо марафон єдиних новин. І зараз до нашого ефіру долучається наступний гість. Це Мохаммад Фараджаллах, редактор інфопорталу «Україна по-арабськи». Пане Мохаммаде, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. За повідомленнями ЗМІ, Іран викликав українського дипломата через коментарі про удар безпілотника. Йдеться про заяву Михайла Подоляка, який пов'язав вибухи з війною в Україні. Що вам про це відомо? Якою може бути реакція? Добрий день ще раз вам і нашим, і вашим телезрителям. Нужно понимать следующая простая логика Ирана. В Иране не существует Министерства иностранных дел, или внутренних дел, или речник, или дипломат. В Иране только одна влада, это корпус стражи революции. Остальное, которые заявления, выклик именно временно поверенного, чтобы, например, вы дали поясни и так далее, это все то же самое, то, чего делает Кремль. Это все, чтобы кормить внутренней аудитории Ирана, что власть в Иране якобы с этим не готовы смириться, и типа вот они что-то делают, они каким-то образом отреагируют. И, естественно, иранские власти уже прекрасно понимают, уже на дворе не январь 2020 года, а январь 2023 года. В январе 2020 года, когда Иран получил серьезный удар, когда был ликвидирован именно знатный генерал Корпус стражи революции, тогда иранские власти должны были что-то делать, чтобы удержать власть внутри, и они тогда уже запустили реактивный залповый огня против пустой военной базы США в Ираке, позже был сбит наш Боинг и так далее. Но сегодняшние реалии понимают прекрасно, уже третий-четвертый сутки пошли, никакой серьезной реакции. Они уже не угрожают, как раньше угрожают. Они понимают, что они окружены вполне врагов. Они понимают, что они начудили со всеми возможными и невозможными соседями, и поэтому должны что-то проявить, какую-то якобы реакцию. И реакция это все в том числе вызов нашего исполняющего обязанности в Тегеран, заявление о том, что они сотрут с лица земли те, кто за этим стоят, но все прекрасно понимаем, что это всего лишь паника, и это всего лишь уже только для того, чтобы пока что не делать. А на самом деле они только в режиме ожидания, и серьезно идет обсуждение внутри кулуарах корпус стражи революции, как отреагировать, изменить курс и внешняя политика Ирана. Или те, которые уже стоят за этим точным спецоперацией, тогда могут пойти на второй шаг. Але чи розуміють у корпусі стражі Ісламської революції про те, що фактично вони зіпсували вже давно відносини з досить потужними державами, зокрема з Ізраїлем. Ну, це варто визнати. Це країна і держава, чия армія одна з найпотужніших у світі. І що на це думає корпус стражів? Корпус, наоборот, вони спеціально спортять отношения з Ізраїлем з перших днів, поскольку вони вибрали собі риторику, что они «захисники» в кавичках типа «Иерусалим», они, вы знаете, это как выглядит? Выглядит, что мерзотники хотят защитить правду. По-другому нельзя это выражать. Прекрасно понимаем, что есть палестинский, мусульманский, арабский народ до сих пор под оккупацией. Это палестинский под оккупацией Израиля. И иранские власти, чтобы порабощать своего народа, им нужно все время держать какой-то именно выдуманного врага. И нашли это врага Израиль. На самом деле, с момента исламской революции, 79-го года, до сих пор Иран ничего не сделал против Израиля. А наоборот, все время иранский народ начал прийти к выводу, что действительно Израиль тут ни при чем. Это иранский режим. Именно все ресурсы для страны, которые должны были идти на здравоохранение, на инфраструктуру, начали их именно
подбирать внешние именно свои прокси. Если Россия создала себе ДНР, ЛНР для войны в Украине, то Иран до этого создал себе хусити в Йемен, шиитские ополчения в Ирак, Хизбулла в Ливан, и он в Иран вторг в территории других стран. И основное для него на самом деле именно соперник – это Саудовская Аравия, поскольку идет серьезное соперничество между Саудовской Аравией и Ираном из исламского мира. И понимаем, очень много Иран в этом сделали, именно плохие поступки по отношению к саудитам. А самый последний, который, к сожалению, Запад не отреагировал достойно, это именно когда шахиды 136-й, которые мы их видели впервые в октябре в Киеве тут, они были нанесены первые удары, показали, на что они способны в сентябре 2019 года. Тогда саудиты дали общее заявление, били тревоги, что тегеранский режим – это глобальная угроза. Но Европа восприняла тегеранский режим как региональная угроза. И только после того, как Россия смогла убедить такого своего террористического державы Иран стать союзником, только благодаря этот необдуманный, конечно, и не мудрый, и не в Украине, только тогда Запад пришел к выводу, что действительно иранский режим – это глобальная угроза, и уже никто ничего не мешает, эти шахиды будут летать именно в небо Варшавы, Вильнюс и других европейских стран. И вот поэтому здесь начал работать новый оси, новый альянс, который в 90-х формировался для демонтажа диктаторского режима Саддама Хусейна, а сейчас все приходят к выводу, что действительно тегеранский режим, он угроза. И после войны в Украине уже Израиль сделал первый шаг. Уже понятно, что стоит именно Моссад. Израиль, именно квадрокоптер, который несли точечные удары по три объекта. В Тебриз, в Исфахан и в западный регион Азербайджан. Четко именно там, где дроны собираются, боеприпасы и нефть. То есть именно это письмо к конкретному адресату о том, что знаем, где вы собираете ваши дроны, знаем, где ваши боеприпасы, которые вам очень понадобятся, если будет вторжение в Иран, и мы знаем, чем вы зарабатываете для финансирования своей прокси. И тут это основной сигнал, который получили именно Израиль, Саудовская Аравия и другие страны, уже получили, скажем так, предварительное одобрение США и Запада. И сейчас вот этот именно четкий сигнал уже Тегеран уловил. Как Тегеран пойдет дальше? Теперь все наблюдают. Либо Тегеран действительно поменяет свое отношение по отношению к России, по отношению к Израилю, по отношению к Саудовской Аравии, и тогда будет совсем другая республика. Либо тогда нет, он продолжает, и тогда союзники могут пойти на следующий шаг. Скажіть, будь ласка, справа в тім, що Іран за останні кілька тижнів зробив кілька дивних, як може здаватися, заяв. Перша заява, перша не була дивною, скажімо одразу. Ви провели аналогію з Росією. Іран сказав, ми не постачали шахеди. Це, в принципі, можна зрозуміти. Росія робить те саме. Ми нічого не ділали, нас здесь нет, їх там нет і так далі. Друга заява пролунала нещодавно, я точно не пам'ятаю, здається, минулого або позаминулого тижня, про те, що Іран не визнає Крим російським. З чим це пов'язано? Дуже цікавий вопрос. Смотрите, заявлення, як його там, речник МЗС Ірана, вони нічого не стоять. Вони абсолютно нічого не стоять. Приведу реальний примір. Когда сбили Боинг, и весь мир знали, за этим стоят БУК, именно корпус стражи революции, и все это видят, они нет, ни в коем случае никого не сбил. И через 3 сутки выходит этот же речник, Иран говорит, да, мы сбили. Вы можете представить, насколько этот тегеранский режим циничен. Это всего лишь МЗС – это всего лишь ширма, где власть принимается конкретно корпус стражи революции. Они сначала отрицали, что это шахиды, это Геран, не шахиды. Почему? Потому что иранский режим для себя, он изучал Украину тогда, январь 2020 год, та Украина, при всем уважении нашей власти, отреагировали очень слабо, и тогда с нами не считались. Но когда увидели,
Уже как ВСУ очень быстро разобрали эти шаги, представили доказательства, и очень быстро уже стало известно, чьи эти дроны, они не смогли это отказать, не признать, и сразу 5 раз отказали «нет», а на 6-й сказали «да, это мы», но это мы передали их типа до войны. Мы понимаем, даже ребенок в этом поверить не можем. И вот объясняю, почему сначала не признали, потому что потом признали. Вопрос признания территории – это совсем другая история. Это очень важный вопрос. Иран прекрасно понимает, что он хочет быть участником конкретного преступления с Путиным. Это передать ему оружие, пока дроны, может быть, что-то другое будет или не будет, и взамен получить какие-то уступки. Уступки по военной базе в Сирии, уступки по вопросу ядерной программы и так далее, и так далее. Но вопрос на международной арене. Иран пытается сохранить лицо, что это государство, которое якобы уважает территориальную ценность государств и уважение. Но за этим скрывается более реальная причина. Более реальная причина, если Иран признает ДНР, ЛНР независимыми или признает Крым российским, тогда Иран таким образом будет верить в российскую легенду. А российская легенда в чем? Что якобы приехали за США своего русского народа, и тогда самоопределение малых народов. Таким образом, тогда 48% населения Ирана – это азербайджанцы, это курды, это арабы, это буштуны. Тогда я могу сказать Ирану, раз вы признаете уже логику России, мы тоже не персы, мы тоже не иранцы, мы тоже хотим референдум за самоопределение. И 4 региона могут таким образом отколоться. И вот почему они, с одной стороны, правой рукой передают оружие, а с другой стороны именно понимают, что это именно против них. И не могут на этом идти шаг. Это был очередной удар для России, для Путина. Что, несмотря на то, что сегодняшний день международная система слабая, международное сообщество не что хотелось, все равно международное сообщество не готово и не будет признавать логику Путина, которая одна страна диктует другой, как ей жить и как резать отдельные территории. И сегодняшний мир показал, что как бы ни было, Россия сильная или слабая, союзник, не союзники, все равно понимает, что территориальная целостность – это священное. И каждая страна, которая это нарушит, тогда она дает себе право другим регионам, другим странам к этому прийти. То есть, если Иран признает ЛНР, ДНР, они обратятся за помощь, типа за своим там союзникам помочь, тогда арабское население в Иран могут обратиться к Саудовской Аравии за помощь. Азербайджанский народ, 11 миллионов на север Ирана, могут обратиться к Турции или к Азербайджану и так далее. Пане Мухаммаде, я вам дуже дякую за дуже цікаву і пізнавальну розмову. Звісно, українці мало знають відносно про Іран, і це було дуже пізнавально. Це Мухаммад Фараджалах, редактор інфопорталу «Україна по-арабськи», був у нас на зв'язку. Я дякую вам і зичу гарного дня. Дякую. До побачення.